Есть, конечно, еще один секретный ингредиент. Калач, верни на место. Калачи раньше могли себе позволить только дворяне, бояре, непосредственно царь-батюшка. Вот, то есть выражение «раскатать» и «закатать губой» — это вот все от калача. Воссозданием старых кулинарных премудростей стало заниматься престижно. Не только профессиональные повара интересуются былыми технологиями и рецептурами. Даже музейные учреждения организуют отделы кулинарии, комплексные, либо посвященные конкретным изделиям. Древняя Коломна получила такое заведение в историческом месте, в здании 19 века на бывшей улице Хлебной. По совпадению, она начиналась в порту Москвы-реки, где разгружали муку с речных кораблей. Открытая в 2013 году калачная у Пятницких ворот Кремля в Коломне позиционируется как музей, но показом кулинарных изделий не занимается. Здесь их прилюдно и наглядно готовят, воссоздав древнюю рецептуру. Дают пробовать с чаем, продают на вынос. Да-да. Захар Петрович? Захар Петрович. Хозяин калачного заведения, чем помочь? Здравствуйте. Решите представиться, меня зовут Соболев Иван Филиппович. Так. Я недавно закончил Рязанское коммерческое училище. Ничего себе. И переехал к вам в город. Прознал, что у вас бухгалтер отошел от дел, верно? Да, уволили бухгалтера и... Я хочу на его место. А-а-а. Силен в бухгалтерии, разбираюсь в математике. Здесь у меня похвальный лист имеется. Грамота. Угу. И диплом оставил у барышни за прилавком. Полагаю, ваша жена. Нет. А в калачном ремесле что-нибудь понимаешь вообще? Да вроде нет. А зачем? Бухгалтеру это не надо. Дело бухгалтера, оно ж какое? Деньги считать. Да. Да. И как же ты собрался здесь деньги считать, если о калачах еще ничего не знаешь? Так лепи калачи. А вот приходит пекарь, говорит, что кончилась мука. Что ты будешь делать? Так выпишу, то есть дам ему муки. Правильно. А если пекарь через недельку еще раз появится и попросит муки, что теперь? Ну, вроде как еще раз дам муки, дело-то не должно простаивать. Ну, конечно, не должно. Ну. А если пекарь жуликом окажется? Шельмой. И муку за полцены в соседнюю кондитерскую продаж, что тогда? Шельма? Угу. Слушайте, ну... Вот и ну. Чтобы понимать, на что каждая копеечка уходит у бухгалтера, надо знать, сколько и какого продукта для калача требуется. Так, допустим, а от меня что нужно? Ну, тебе кухню надо знать. Знать кухню? Ха. То есть, чтобы я научился вести дела в калачной, мне получается... Подмастерьем нужно стать, верно? Совершенно верно. А что, отлично. Давайте начинать обучение. Я готов. Ага. Калач, верни на место. Ты на него еще не заработал. Так заработай. Вот 5 копеек клади на стол, тогда бери. За это 5 копеек? Да, 5 копеек. Захар Петрович, на 5 копеек можно 4 фунта ситного хлеба купить. Mm. Больше получится и дешевле, соответственно. Ситный хлеб любишь? Ну а кто не любит ситный хлеб? Ну ладно. Это что такое? Сито? Это решето, неправильно. Вот сито, помельче. Вот тебе туда немножко муки. Просеивать? Конечно. А. Дело в том, что пшеничную муку всегда привозили издалека. Ну, за 1500 верст отсюда. Она в мешках вся слежалась. Ее надо напоить воздухом, чтобы она подъем тесту давала. Сейчас дадим. Как думаете, для обычного белого ситного хлеба сколько раз мука просеивается? Раза два. Ну да, ну можно и один раз. О, а на калач? Ну, логично, что больше. Ну, 5-6 раз точно, можно и 10 в конце концов. Поэтому получается калач самым пышным из всех хлебов. Ну, тогда да. Ну, и стало быть самым дорогим. 5 копеек. Погодите, Захар Петрович, как дорогим? Калачами же кормят заключенных. Каторжан, людей, которые в тюрьме сидят в конце концов. Не слушайте, вы их не кормят калачами, их калачами одаривают. А... Ну, вот приезжает какой-нибудь генерал-губернатор. Так, хорошо. Делает заказ на 1000 калачей. Ну, да. На сколько? На 1000. И одаривает ими заключенных. Ну, чтоб те знали, власть помнит о них заблудших. Ждет их возвращение на путь праведный, заботится. Заботится. Они ж такого хлеба на свободе никогда не вкушают. Ну, тогда да. А иногда заказы делают. Сам государь-император. Ничего себе. Вы прям на особом счету здесь. Ну, все заведение наше. И когда же мое обучение начнется? Какое обучение? Вашему ремеслу. Все-таки просеивать муку много ума не требуется. Друг мой, калачное ремесло требует усердия, воли и, главное, терпения. Так все про меня? Я вижу. Ладно. Подай тогда красненькой муки. Ну? Захар Петрович, а вы рядом с печкой-то не перегрелись часом? Мука штука белая бывает. И как же ты собрался вести дела в калачную, если красненькой муки не наблюдаешь? Так, я, конечно, в муке не силен, я не спорю, но красный-то с белым я точно ни за что не перепутаю. Вот тогда тебе первый урок. Для калача понадобится 2 вида пшеничной муки. Есть разница? Да, держи.
Первая мука меленькая, да, у всех такая дом наверняка на кухне есть. Это самые обыкновенные озимые сорта пшеницы, ну, которые под зиму сажаются. Так. Мелкий помол, мука воздушная получается. Я понял, вы лучше скажите. И вот мешки с этой мукой мы помещаем всегда специальным красным клеймом. А, и поэтому вы ее красненькой называете? Догадался, молодец. Ну, бухгалтер все-таки. Чтобы не перепутать с другой мукой, из-под голубого клейма. И вот там мука уже совершенно другого порядка. На что больше похоже, скажи? Не знаю, ну, на манку. На манку, да, на песочек, но это мука. Специального крупного помола. Называется эта мука крупчатка, крупичатая мука. Ага. И вот для нее потребуются уже самые дорогие сорта пшеницы. Твердые яровые. Которые по весне сажают? По весне, да. Произрастает все это у нас. По Волжье, Кубань, Алтай, Дон. Там, где потеплее, ближе к степи. Слушайте, ну это не близко. Ну поэтому дорого. 1500. Но в целом все ингредиенты просты, элементарные, они все перед вами. Вода, мука и соль. И все? Как слишком просто. Нет, есть, конечно, еще один секретный ингредиент. По мне, это вообще самое важное в калаче. Да? Тесто должно от чего-то подниматься. Что бы это могло быть? Ну какие дрожжи могут быть в калаче? Вы что? Мы используем вместо них закваску, которую готовим из такого растения, как хмель. Видели когда-нибудь шишки? Хмель зеленые. Да, у нас эти шишки в таком же измельченном и высушенном виде. Ну, глядя на вас, оно и видно. Без хмеля действительно никуда. Слушайте, вот не надо иронизировать. Между прочим, именно хмель дает тесту очень хороший подъем вместо дрожжей. А во-вторых, и это мало кто знает, хмель — это прекрасный природный антисептик. Поэтому калачи на такой закваске никогда не покрываются чем? Да, вот они лежат с ноября месяца, вас дожидаются, они засохли. Но даже через год их можно покрошить в суп на сухари, панировку сделать и съесть, не опасаясь своего здоровья. Сейчас бы я откусил, да, кусочек? Ну, страшно бы ничего не случилось. Ну, с калачом бы точно ничего не случилось. Да. Ну, слушайте, опять-таки, все, что вы рассказываете, просто. Лепи, значит, себе калачи, ставь в печку, так. Сверху вот этот ваш хмель сыпешь и на стол. Хмель. Во-первых, не хмель, а закваску. Ну, мелочи. А во-вторых, было все так просто, вон. Каждый встречный поперечный калачинку становился. Почему бы и нет? Калачи же сейчас в каждой булочной продаются. Слышь, калачи в булочных. О темпорос о морос. О времена он рав. А, латынь. Это от того, что порядку нет. Конечно. Вот раньше каждый занимался своим делом. Булочник булки делал, бараночник баранки, калачи калачи. Ну, наверное, да. А сейчас людям понравилась вот эта вот французская булка. И все стали повально ее покупать. Булочники все под одну гребенку сметают. Ну, видимо. Знаете, как это называется? Хлебобулочные изделия теперь. Ох, кошмар. Дожили. Ну вот если вы захотите портрет себе заказать, вы пойдете к художнику или к маляру этому? Художник. Задумались. Ну, конечно, художнику. Каждый своим делом занимается. Ну, калач себе слепит, только настоящий калачник. Слушайте, здорово, Захар Петрович, заинтриговали. Давайте тогда я завтра с утра пораньше приду, ни свет ни заря, и науку калашную познавать. А что тебе сейчас мешает? Так время за обед уже. Что ж мы успеем сделать, да, сейчас, ну, перед тем, как завтра лепить калачи, надо как раз предыдущего дня все заготовить. Так, и что делать будем? Ну, пойдешь сейчас на реку за водой, ведер 40 принесешь. Да, мешки с амбара тоже надо тащить. Так, а целиковый такой мешок весит 9 пудов. Знаете, сколько это? Один мешок 9 пудов? Ну, сколько? 144 килограмма получается. 9. Слушай, действительно, хорошо считаешь, молодец. 9 на 16. Да, сил потребуется много, работа будет тяжелая. Время, говоришь, к обеду. Давай вот как поступим. Возьмешь сейчас мелочи в лавке у барышни? Это я могу. Сходишь в мясной ряд и купишь там свиную голову. О. Щи в печке наварим, холодца здорово. Сделаем недорого. Хорошо. Тебя худосочного подкормим. Ну, ладно, хорошо. И на обратном пути еще в калашный ряд тогда загляну. Фантазия калачника позволяет варьировать форму изделия. Популярный в виде гирьки с мягким животиком. Калачная создавалась с проведением настоящих кулинарных исследований. Рецепты удалось отыскать в государственной библиотеке. Старинный промысел воссоздавался в полном цикле от хмельной закваски теста до формования и выпечки. По старой технологии не предусмотрено использование масла, яиц и сахара. Только мука, соль и вода. Главный секрет рецептуры в соотношении различных мучных фракций – крупности помола. Так, давайте проведем эксперимент. Какой эксперимент? Ну, я вот, например, знаю, что калачниками издревле были только мужчины, верно? Верно. Вы же чтите традиции? Конечно, чтим. Вот и отлично. Вот, молодой человек, можно вас? Да, идите сюда, идите. Так. Вы с тестом как-нибудь работали? Ну, естественно. Отлично. Вы нам подходите. Так. Угу. Мы что находимся я? На кухне. Я думаю, для начала нужно помыть руки. А, естественно, пожалуйста. Конечно. А вы за торговой потом расскажите, покажите. Непременно.
Вот. А вытирайте полотенцем, они должны быть сухие. Да, да, конечно. Спасибо. Такое ощущение, вы в таких нарядах, я просто в такой одежде, меня прям погрузили. Итак. Калачи готовятся из небольших кусочков теста, в среднем граммов 150. Mm-hmm. Это ваш будет. Себя отрежу. Как лунный кратер. Да. Но я думаю, все знают, что тесто липкое. Что делаешь, чтобы не прилипало? А вода или мука? Да, можно мукой, можно водой холодной смочить. Растительное масло поможет. Mm-hmm. Но мы по старинке мукой пользуемся. Мы не посыпаем ее обильно на стол, не обваливаем кусочек. Нам нужно припылить только руки. Поэтому двумя руками влазим сюда. И вот так вот, прямо над тазиком отряхиваем. Оба. Ребята, все. Я делаю калач. Итак, первое, что из этого кусочка предстоит сделать, это шарик. Шарик. Как будем делать шарик? Ну, естественно, катаем на руках. Давайте катать на руках. Давайте, поехали. Как еще шарик можно сделать? Шарик можно на столе по-любому, главное, можно, овальные движения, я столе, думаю, повторять. Столе, полепить. Есть еще полепить. Один занятный способ, хотите, покажу. Какой? Итальянский. Ну-ка. Делаем блинчик из теста. Угу. Так, разминаем, растягиваем. Так, 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 брат, не спеши, а то у тебя уже рука набита, а у меня-то не очень. Кладем на стол, и все краешки по кругу начинаем заворачивать вовнутрь. Так, а, прям... типа вареников? Возможно. Угу. Вот. Поверхность теста от этого натягивается, все морщинки исчезают, и вот этот шов, как у хинкали, кладете на ладошку вниз, обратно, и подкручиваете. Слушай, это надо рассказывать девушкам. Это им очень поможет, я думаю. Как с тестом работает, так же и с их лицом. И на выходе тоже такой вот аккуратный шарик. Так. Швом вниз кладем. Слушай, ну у меня так не получается, но я пробую. Ну еще вот так вот подровняем. Ага, вот так. Ну, вроде не кубик, вроде шарик. Ну да. Дальше раскатываем шарик в колбаску. Ничего сложного, посильнее давим. Посильней. Вот. Следим, что получилась именно колбаска, а не гантелька. Угу. Поэтому краешки разравниваем. Угу. Можно, кстати, двумя руками. Да. Хоть тремя, главное, чтобы результат был. Где же моя третья? Достаточно. Да. Ну, смотри, какая-то сосиска у тебя конкретный такой. Так, ну, шире ладони, вроде более-менее равномерные, нам это подходит. Так, все понятно. Как сформовать теперь из этой колбаски калач? Ну-ка, интересно, давайте посмотрим. Здесь надо грамотно сложить руки, чтобы правильно раскаталось тесто. Повторяйте за мной. Соединяем ладони, большие пальцы скрещиваем и ладони открываем. Да, не птичка, а что-то параллельно. Вот так. Да. Кончики пальцев. Давайте продемонстрируем, ребята, мы делаем так. Скрещиваем пальцы. И оп. Да. Чтобы оставляем не было небольшое расстояние между указательным пальцем. Угу. Кончики пальцев кладем на колбаску. Угу. Давим и катаем, но на середочку не заезжаем. Угу. До больших пальцев. Туда и обратно. Вот. Ну, вот он, животок показался, самая мягкая часть колбаски. Это там, где будет губа. А, да, вот он, вот животок, так. Самая мягкая часть. Угу. Все, и отдельно можно прямо покатать кончики жгутиков, чтобы они тоже были тоненькими. Вот. Так. Из которых мы слепим, разумеется, ручку. Ага, ну как интересно, дамы и господа. Мы, можно сказать, открываем древний секрет прямо здесь и сейчас с вами. Да. Все. Это древний русский секрет. Дальше... Именно здесь, в Коломне. Да, прости, Дмитрий. Да, дальше берем жгутики, внахлёст немножко накладываем и покрепче лепим, чтобы ручка потом в печи не разошлась. Прямо покрепче. Так. Прям покрепче. Дальше я гляну. Ну, посмотри. Ну, да. Что-то похоже на калач вырисовывается. Как гиря. Оба. Да. Ее можно тягать. А что делаю с тестом дальше, знаете? Так, нет. Интересно послушать. Давайте, мы для этого здесь и собрались. Да. Неважно, что вы готовите. Пирожки, калачи. Надо от теста немножечко подойти, отдохнуть. Тесто должно полежать минут 30-40 в тепле. Ага. Зачем? За это время внутри теста появляются новые скважинки. Калачи поднимаются, становятся пышными, но полежит тесто полчасика, чем сверху покроется? Корочкой. Корочкой, да, заветрится тесто. Да. И вот внутри любого теста очень много влаги. Физику помните? Ну, примерно, приблизительно. Если калачи поставить в горячую печку, влага во что начнет превращаться? В пар. В пар. Пар захочет выйти из калача наружу, а у нас корочка. Калачи в печке поднимутся. И полопаются. И калач лопнет каждый. В разных местах, и все они будут кривые, косые. Кому такое нужно? Нет, никому не нужен. Естественно, нам нужен хороший, добрый, старый калач. Нам нужно сделать так, чтобы все калачи были похожи друг на друга. Чтобы пар вышел в одном месте. Чего не хватает на калаче? Корочки. Вот такого надреза, я говорил, который называется как? Над губой. Да, губа. Губа. Берется нож, губа. И на животке каждого калача делается небольшой секущий надрез. Ребята, это очень важно. Да? Как у батона три полоски, то же самое, чтобы пар вышел. А, вот они для чего. Все время думал, для чего, почему у батона именно эти три полоски. Вот она, оказывается, где секреты сейчас у нас и открываются. Дима, спасибо, давай. Хотите попробовать?
Естественно. Из рук профессионала, как говорится. Левой рукой поехали. Животок вот так придерживайте. Так, угу. Ну, чуть давили и одним движением рассекли. Вот так, хоп. Да? Ну, и, может, еще. Опа. Да. Ну, у меня, естественно, не получается, я не такой профессионал, как Дмитрий. Да. Но мы, самое главное, мы понимаем, как это делается, как древние наши калачи лепились и делались. Это так? Не все. Это не все, естественно. Надрезали губу. Поехали. Калачи дальше. Ничем не смазывают, сразу скажу. Это не сдоба, не сладко, там яйцом кто-то смазывает. Нет. Это только два калача. А если хотя бы 90? Хотя бы 90. Вы пока у последнего калача губы надрежете, к печке понесете, у первых калачей губы опять заветрятся. Они уже закроются, естественно. И парни никуда не выйдет. Чтобы вот эти скважинки не заветрились, вот так вот размазываем все по скважинкам. И если мы губу раскатали, то что теперь надо с ней сделать? Закатать. Да, вот эту внутреннюю часть. Так немножко оттягиваем наверх и накладываем на нижнюю. Вот, то есть выражение «раскатать» и «закатать губой» — это вот все от калача. Ага, вон, ну, что? Раскатывать у вас получше получилось. Ну да, я профессионал, это понимаю. Ну вот. Ну и примерно уже в таком состоянии они готовы отправляться. Немалое значение придано правильному потреблению калачей. Этому тоже учат публику. Вместо экспозиции публике представляют небольшой спектакль, если так можно назвать настоящий процесс производства. Помимо тонкости рецептуры, большое значение имеет печь. По старым чертежам здесь воссоздана двухподовая калачная печь. Топят ее исключительно березовыми дровами, при этом обдирается береста, содержащая деготь. За счет такой подготовки топлива добивались исключительной белизны готового продукта. Выпеченные при 360 градусах, калачи ценились именно горячими. Остывшие теряли половину цены. Так. Так, вот они, родные наши. Я лепил лично. Так, Дима, ну что, расскажи, что у нас сейчас получилось из этого? Получилось два неплохих калачика. Аккуратно, они еще горячие. Вот, хорошая корочка, потому что воды плеснули вовремя туда. Так, расскажи про губу вот эту вот. Есть ручка у калача, животок – это самая мягкая часть калача. И есть губа – это надрез. Губа, вот она, это надрез. Да, вот этот вот. Который делается, чтобы после расстойки калачи не лопнули в печку. В печке. Вот. То есть надрезается губа, раскатывается, туда засыпается щепотку муки, и потом и губу обратно закатывают. Фраза «раскатай губу» у нас зародилась именно вот в этом месте, можно сказать. Правильно я понимаю? От калача. Да, от калача, спасибо. Так, это клево. Итак, рубрика «Самые главные животрепещущие вопросы, которые вы хотели задавать, но не осмелились». Я их задам. Итак, люди приезжают из Москвы в Коломну, проезжают 2 с лишним часа пути, трясясь в электричке. Ради чего? В чем разница между местными калачами и московскими? Ну, начнем с того, что московских калачей сейчас как таковых нет. Остались только коломенские по старинному, так сказать, рецепту. Ну и если мы возьмем, скажем, Филипповскую булочную, когда раньше когда-то делались калачи, то основные различия между теми и нашими в основном только в соотношении муки. Вот и все. Соотношение 3:2 у нас, 3 крупчатки и 2 мелкие, и соотношение 2:2 у них. И разница была в основном еще в цвете. То есть у нас калачи более темные получаются, а у них они белые выходили. А почему? Соотношение муки. А я могу сказать больше. Наверное, в Москве все как с утра не встанут, уставшие, пока доедут, изнервничаются на заводах, без души. А тут в таких условиях волей-неволей сделаешь все прекрасно и вкусно. Но следующий назревший вопрос, который я обязана задать. Кому было позволительно кушать это удивительное кушанье еще давным-давным-давно, когда у нас были князья, короли и прочее-прочее? Ну... Им ли или все-таки было доступно всяким крестьянам? Калачи раньше могли себе позволить только дворяне, бояре, непосредственно царь-батюшка. Вот, собственно, и все. Вот почему они мне так приелись. И, что немаловажно, я совсем забыла, сколько тогда стоил калач и сколько он стоит теперь? Калачи раньше стоили 5 копеек за фунт. Это 409,5 грамм. Были калачи фунтовые, полфунта и четверть фунта. Чтобы было понятно, на 5 копеек можно было купить 200 грамм говядины, либо 10 килограмм рыбы. Неплохо. А сейчас? А сейчас калач стоит 50 рублей. И на 50 рублей вы даже кусочечка говядинки сейчас не купите. Вообще ничего не купите.
Но этот калач стоит больше, чем 50 рублей. Конечно, мы же делаем их здесь с душой и с любовью.